был солдат, я бы имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, столько бед и забот, аж возьяло. И Бог, огонь и ведь решены, гораздо лучше с любой стороны. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был солдат, был бы колосой. Неплохо очень, совсем бешеным, гораздо лучше с любой стороны. Дорогие служащие, женщины, я имею в виду девушки нашего колледжа, дорогие мои жены, тещи, я вас поздравляю с вашим праздником. Желаю, чтобы вы всегда улыбались, всегда были здоровыми, красивыми. Ну и чтобы, конечно, любили нас, мужиков. Хотя мы бываем, конечно, иногда негодяями. Ну что поделать, такие мы и есть. А вы все равно лучше нас, честное слово. Поздравляю вас с праздником. Поздравьте своих мам, бабушек, сестер, всех близких людей женского пола. Спасибо большое. Спасибо большое моим женам, тещам из 311-й группы. Спасибо, девчата, вам.